Время выбирать подарки? Выбирай лучшее. Дрема – тепло и уют дома. Пушистые махровые полотенца, пижамы, пеньюары, халаты из нежнейшего хлопка, мягчайшие теплые пледы, одеяла и подушки. Угоди с подарком. Магазин «Дрема». Город Бердск, улица Ленина, 13А. По информации синоптиков Западно-Сибирского метеоагентства, 24 августа ночью и днем ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный 2,7 метра в секунду, днем порывы до 12 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 6, плюс 8, и днем 24-26 градусов тепла. 25 августа местами ожидаются дожди и грозы. Ветер западный 2,7 метра в секунду, порывы 10-15 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 10-15, днем плюс 20-25 градусов. 26 августа ожидается погода без осадков, ветер юго-восточный 2,7 метра в секунду, днем порывы до 13 метров в секунду, температура воздуха ночью плюс 8-13, днем 24-29 градусов тепла. 27 августа ожидаются кратковременные дожди, ветер южный с переходом на северо-западный 3,8 метра в секунду, порывы 13-18 метров в секунду, ночью температура воздуха плюс 11-16, днем 25-30 градусов тепла. Автомобили «Лада» и «Шевроле Нива» надежность и проходимость даже в сибирском климате. Официальный дилер автосалон «Авто-1». В салоне зрения невероятные скидки на брендовые оправы до 70%. И последний месяц солнцезащитные очки в полцены. Торопитесь! Производственно-медицинский центр «Зрение». Мы заботимся о вас уже 50 лет. Изготовление и ремонт очков любой сложности. Проверка зрения. Консультация врача-офтальмолога. Пожалуй, самый большой выбор очков по низким ценам. Ждем вас! Город Бердск, улица Ленина, 33, и город Искитим, улица Пушкина, 36. А также салоны оптики в Новосибирске. Магазин «Строймастер» предлагает широкий выбор отделочных и строительных материалов от проверенных производителей. Сантехника, светильники, ковры, краски, кафель, обои, строительные смеси, напольные покрытия и многое другое. Максимум идей, минимум затрат. «Строймастер». Наш адрес. Город Бердск, промышленный переулок, 2А.